куда собралась? What are you going to wear? Can you make a musical? Musical? Сеула, но противоположным от нас. Очень далеко ехали. Так вот все здесь выглядит. Как обычно, в Корее все скромно и функционально. Пойдем, котенок. Анджелина, 기분이 어떠십니까? 좋아요. 좋아요. 이거 벗을까? 너무 덥지? 아니. 안 더워? 어. 더워? 아니. 알았어. 왜? Вот так выглядит зал. Само представление не разрешают снимать, но если у меня получится, я на телефон попробую заснять. Небольшой такой зал. Если учесть, сколько стоят билеты, это, конечно, просто пипец. Пользуются популярностью этих мультиков у детей. И один билет стоит $55. На двоих нам больше $100 сходить. Просто офигеть, какие дорогие билеты. Всех проверила, все на месте. Амунайте. Буду лапа. Клина. Клина. Путера. Спина. Эйню. О, где Риани? Банджаня. Тего. Увидите без. Какие дозы? Yeah!
такое, да? Бьюти-кор? Друзья, Ангелина просто потеряла дар речи, когда к ней подошли ее главные кумиры. Ее буквально парализовало, вы видели. На обратной дороге она просила переехать в тот район, чтобы каждый день ходить на этот мюзикл. Короче говоря, ребенку зашло. Ну а мы вернулись домой и вечером, как обычно, вышли на ужин. Все вместе, всей семьей. Сегодня это камджатан, суп из свиных ребрышек, картошки и овощей. София оказалась немного не в духе, поэтому саму трапезу снимать не стала. Всех люблю, всех вас обнимаю и до новых встреч!